Наш «Электромаш» – технологичный и современный, производит электродвигатели для всего – от горнодобывающей и до энергетической сферы. Поставки для «Транснефти», «Лукойла» и «Газпрома», а еще завод помогает нашему сельскому хозяйству. В части комплексных поставок, это вот на заднем плане у нас стоят электродвигатели, да, для оросительных систем Приднестровья. То есть совместно с нашими партнерами мы реализуем данный проект. Двигатели будут укомплектованы насосными агрегатами и поставлены дальше для монтажа. То есть поднимаете аграрный комплекс, да? Да. Инновации – еще одно направление. В прошлом году «Электромаш» представил новые LED-фонари. Работают на светодиодах. Мощные, долговечные и экономичные. Для освоения данной продукции нам пришлось с самого начала освоить азы производства светодиодных фонарей, то есть понять, естественно, принципы их действия, рассчитать полностью схемы этих фонарей, заказать необходимые комплектующие, которые, кстати, делаются по спецзаказу МПЗ «Электромаш». Мы знакомы с «Электромашем» и по товарам на каждый день. Вешалки, дробилки для зерна и даже спортивные гантели. Если не знали, отправляйтесь в путь с первым приднестровским. Арсений и Катя проведут для вас подробную экскурсию по производству. Промышленное турне начнется сегодня сразу после КЭБа. Не пропустите!